когда 1 апреля здесь освободили Бородянку, зять приехал, посмотрел, ну куда вы едете? Здесь все разбомблено, ничего нет, крыши нет, окна выбиты. Вот он приезжал 2 раза, то есть вот окна заделал, убрал. Тут такой был безлад, потому что дверь вообще вывалена была, вот так вот выбита. Ну вот, так вот живем. Ну зато дома. Вот туда? И сюда давай. Я очень благодарна ребятам, потому что они очень профессионально сделали все. Все поставили. 2 больших окна. И еще мне поставили, заменили дверь межкомнатную, которая была совершенно разбита. Вот так что я благодарна, что есть такие люди, которые заботятся о таких вот одиноких людях, как я.